Наша генетическая память живет в сказках, национальных костюмах, игрушках и, конечно, народных песнях. Задай себе вопрос, а сможешь ли ты спеть от начала до конца хоть одну народную песню? Как обрести потерянный рай? Ой, ты степь широкая, степь раздоленная. Ой, ты дом наш, батюшка, волны катятся. Наш хор образовался в 1936 году. На основании был Ворошиловский стрелок организованный, и там были певцы, там участники были. И все эти соединились, воссоединились, и стал хор. Притом еще добавились церковные хористы. В 48 году наш хор просят, чтобы, значит, выступить. Была олимпиада песни колхозных полей. И наш хор пригласили в Москву. На выступление в Большом театре Сталина не было. Вот. Но ему сказали, что был хор от донских казаков. Единственный тогда наш хор был на всю область. Но она тогда как-то не область называлась, или Донской край. Выступили мы, я была еще девушкой. Потом я была засватанная. Надо было ехать свадьбу справлять. Ну, приходит Игорь Моисеевич, и Никольский был композитор армянской ССР, он нас готовил в Ростове. Приходят и говорят, что Сталин просил Иосифа Виссарионовича, чтобы остаться нашему хору и выступить в Кремле. Представьте, остаться Сталину, выступать. Ну, мы так это подняли дух, и я думаю, Господи Боже мой, да мне же замуж надо выходить. А подружка была, Зина Белика, вот здесь. У нее она оставляла двух малюток двойных, двояч. По три годика им было. Ну как же еще оставаться на 10 дней? Ну что, надо исполнять. Партия сказала, комсомол ответил, есть тогда был девиз такой. Но мы остались, наш муштровали 10 дней. Ну потом уже в конце нас одели, посадили в автобус, уже готовые мы были в одежде. Подвезли к Кремлю, но сцена небольшая была, а нас было 56 человек. Первая песня запевает «Поехал казак на чужбину далекую». Ну после войны, представьте. Поехал, поехал казак на чужбину, на добром, на вольном коне он своем, да и свою он краину навеки спокинул ему. А в чем сила и слава настоящего казака? Сила и слава настоящего казака в памяти о своих предках, в том гуле крови, в тех генах, которые есть у каждого казака, в тех песнях, в тех традициях. Потому что наша культура, она воспитывает человека мужественного, сильного. И по нашим песням мы всегда воспитываем нашу молодежь. Это лучше, чем исторические книги. В каждой песне это традиция, это боль, это переживание за свою родную землю. А Владимир, скажите, а что, на ваш взгляд, является красотой? Красотой является сама изящность лошадей. Лошади – это грациозные животные. Вот. Я с детства работаю с лошадьми. У меня прадед был атаманом. На данный момент я командир конного взвода. Вот. Лошадей люблю с детства. Многие на сегодняшний момент люди лишены общения с природой. А вы с природой общаетесь каждый день. Вот что это вам дает в жизни? Общение с природой, во-первых, легче живется. Все время свежий воздух. Общение с лошадью, это, как я не знаю, лошадь, это как наша жизнь. Я, например, если я день
один день не побуду с лошадьми, мне